Туринская плащаница, погребальное полотно Христа, было украдено из тайника. Большинство экспертов подозревают в краже известного европейского шпиона по имени Джованна Носера. Похоже, вы готовы назвать ее террористкой? Вы сказали, это не я. Они хотят взять сэмпл ДНК с туринской плащаницы. Посылка очень ценная. Как можно, срочили? Наша задача — очистить гнездо и вытрясти из него информацию. Так иди очисти гнездо! Смотри в оба, мы найдем его. Да-да, понял. Совсем недавно я был диктором местных новостей. У нас есть информация, что ты, возможно, связан с бандой контрабандистов. Все ж, во что вы верите. Ваша работа, ваша вера скоро рухнут и умрут. Теперь грядет что-то новое, и оно расставит все по местам. Детали пока неизвестны. Он снова придет. Почему не благодаря клонированию, кто знает? Ты готов молить Бога, чтобы этого не было. Но все уже случилось. Время меняется каждую секунду. И мы тоже. Твоя позиция в корне неверна. Это она! Это называется карма. Что ты знаешь о карме? Немного, но я учусь.